этим связана еще одна любопытная история, легенда и одновременно заблуждение нашего города. Дело в том, что со стороны Красноармейского видна вот в угловой части, в срезанном углу, небольшая дверца в цокольный этаж, сложен из кирпича. Легенда гласит, что якобы вот такие дверцы в цокольных этажах наших зданий, нашего города, это вход в подземелья, которые выкопали гномы или какие-то еще низкорослые люди, которые работали на Демидова. Но на самом деле, откуда такое берется и почему такое происходит? Существует такое понятие, как культурный слой. То есть при длительном существовании здания к нему, скажем так, намывается, надувается ветром, сыпется с самого здания, насыпается людьми рядом со зданием, большое количество всевозможного мусора, грунта и так далее. И здание в результате постепенно погружается под наслоение этого мусора, и так образуется культурный слой в городе. И вот здание гимназии Буткевич, оно, конечно, если мы посмотрим на старые фотографии, там этот цокольный этаж есть, но он, конечно, вход в него был гораздо выше. И туда вполне мог зайти нормальный взрослый человек даже, но из-за роста культурного слоя в течение 20 века получилась такая маленькая гномья дверца.